Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, давай-ка мы с тобой быстренько откроем здесь паки ареновские. Так, Шепот Смерти, Душитель, Крылатый Ужас, Шторморез, Вострозуб и Кривокрив выпал. Так, давай здесь еще откроем Древоруб. Так, опять Душитель, Кревет, Громорок. Все. Так, друзья мои, сегодня хочу пройти вот эти два события, потому что они скоро закончатся, а у меня работа, и я боюсь, что не успею пройти. Так, давай-ка, подготовка. Опрос населения. Нам осталось сколько? 5 боев здесь провести? Поехали. Так, 200 бабочек у нас будет разыгрываться сейчас. И кто у нас тут? Ага. Так, это у нас... Куда ты лезешь, мелкий? Давай его разберем по-бренькому. Так, тут две волны. Это у нас дымодышащие, насколько я помню. Так, минус один. Ну, что ты там? Ого! Замедляет и понижает атаку мне? Не, парень, так дело не пойдет. Давай-ка мы тебя быстренько уничтожим. Может быть, хильнуться? Или бомбануть? Не, наверное, все-таки я лучше хильнусь. Он будет, наверное... Ага, я думал, что он будет Кривокрыка бомбить. Но он, видишь, переключился. Ладно, добиваем. Кто у нас на второй волне? Ага. Громоль. И плюс... Забыл, как его величать. Этих драконов тут целая куча, ребят. Всех даже не запомнить. Слушай, ну тут довольно легко. Вот это мне что-то не нравится. Он у нас, по-моему, фаерболами, да, бомбит? Именно фиолетовый вот этот Грумель. На тебе. Сейчас посмотрим, у него 3 энергии, что он будет делать. Хм, он ведет себя так, как сарделька. Один в один. В плане, погоди-ка, вот, мы его добиваем. Все, ребят, этот поединок мы прошли довольно успешно. Сейчас заберем здесь свою награду. Надеюсь, она будет приличная. Вот, давай, прилив сил. Отлично. Можно было бы, конечно, и взять этот яблоки мудрости, или как они там, груши мудрости. Но не выпало. Так, 200, друзья мои, бабочек нам выпадает. Я их, естественно, забираю. Проводим с тобой бой. Забираем 150 рун. Ну, а дальше у нас там 2 заключительных поединка будет. И в конце награда почему-то светлый янтарь, 3 штуки. Как по мне, эта награда так себе. Ну что, начнем, наверное, с кревета. Отвали. Поехали. Слушай, ну вот смотри, барсик очень даже хорошо разбирает именно синих. Потому что он фиолетовый, да? Ну, естественно, повышенная атака, все дела. Так, ну что ты там, пристеголовый? Да, блин, сейчас разыграет тут партию. Надо будет, наверное, нам по возможности захиляться сейчас. Вот так вот сделаем. Но у него 4 энергии. Как бы не вжарил он мне. А он вжарил. Заблокировал способности, плюс еще и замедление повесил. Опачки. Так, вот тут уже опасно. С кого начать-то лучше? Наверное, вот с этого. Хильнуться. Давай, наверное, вот так сделаем. Кривокрив, естественно, бомбит. Так, ё-моё, я думал, что мы его добьем. А не получилось. Да что ж ты будешь делать? Понизил еще атаку. Вот как всегда, ребят, вовремя, да? Сейчас попробуем этого добить. Этот нам ничего пока не сделает. Единственное, что он может ударить. Угу, так и происходит. Так, ну что, а мы с тобой, наверное, делаем отхил. А этот, наверное, сейчас побежит и будет бомбить хвостом, оглушать кого-то. И, наверное, это будет шторморез. Ха, он даже не попал по нему, прикинь. Он даже не попал. Тогда понижаем ему защиту и начинаем его. Все. Тоже довольно быстро здесь разобрались мы. Ну что, крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадет. Ну тут понятно, рыба.
50 миллионов. Ладно, пускай будет. Пускай рыба и древесина понемножку копится. Так, мы забираем с тобой 150 рун и переходим на мини-босса. Слушай, я почти 3000 рун накопил. И это классно. Ну что, сейчас будем смотреть, что у нас тут за мини-босс. Так, это у нас обычные, да? Это обычные. Начну, наверное, я с древоруба. Потом, скорее всего, пойдет громорок на разборку. Хотя, ладно, поехали. Не будем здесь гадать. Надо уничтожать. Поехали. Блин, как мы ему мало наносим урона, а? Так, только не бафай. Отлично. На тебе. Слушай, мне не нравится, что у нас у Барсика очень мало здоровья. Слушай, у него 3 энергии, он случайно не в паре сейчас? Ай-яй-яй-яй-яй, вот именно про это я и говорил. Давай хилять тогда. Уклонение, отлично. Так, теперь массовый отхил. А давай, наверное, мы с тобой все-таки начнем змеевика бомбить. Мне кажется, это будет практичнее, потому что громорок не особо у нас сильно дамажит. А вот... Все. Уничтожили. И это была только первая волна. Сейчас еще вторая, там будет у нас мини-боссик. И это у нас... Ага. Прихвостень, по ходу дела. Блин, ну тут я не знаю даже, как сделать. По идее, мне нужно его уничтожить. Но эти тоже хламоны очень сильные. Как быть? Они все фиолетовые, блин, мы наносим урон не очень большой. 14 уровня. Так, ладно, давай, наверное, попробуем все-таки с тройного удара. Его разберем по-быренькому. Водорез там еще этот будет выпендриваться сейчас. Вот-вот-вот-вот. Начинает понижать защиту. Как всегда, в своем репертуаре. Ну что, одного убрали. Так, теперь, наверное, хильнемся. И будем брать водореза на разборку. Иначе он сейчас тут всем будет понижать защиту. А если у нас прихвостень сделает массовую атаку, мы поплывем. Поэтому как бы это не в моих интересах. Есть контакт. Ну что, прихвостень, по-моему, все, тебе кранты. Тем более он энергию потратил. Так что, ребята, все отлично. Удачно, удачно прошли. Ну давай посмотрим, что нам тут достанется. Опять рыба, что ли? Ну, на этот раз 175 миллионов. Все-таки это намного больше, чем 50. Ну вот, друзья мои, и конечный поединок. Это у нас будет здесь босс. Сейчас посмотрим. Ё-моё, две волны, и как всегда начинается с крупников. Так и есть. Но тут, понятное дело, начинаем с шепота смерти. Надо его уничтожить до того, как он успеет накопить 3 энергии. Эй-эй-эй-эй, хорош. Буянить-то так сильно. Так, уклонение сработало. Сейчас будем с тобой массово хиляться. Ты смотри, а. Замечательно. Ну что же, злобный змеевик, я думаю, должен быть уничтожен. Причем довольно быстро он уничтожается. Опачки, что он будет делать? Смотри, у него, ребята, полная шкала. Он сейчас может что-нибудь такое замутить. Ну-ка посмотрим. Нет, он просто бьет. Мне только выгодно. Давай, наверное, мы его ослепим. И будем вот так вот потихонечку его разбирать. Чтобы не нанес он нам урона. Так, теперь укус. И добивка. Все, ребята. Это испытание у нас. Куда я вперед, батьки, спешу? Это испытание, хотел сказать, у нас пройдено. Я забыл, что у нас еще вторая волна. Так, ребят, я успею хильнуться, а? Потому что... А-а-а! Вот это жесть. Я прозевал, друзья мои. Ну, ты понял, да? Кривоклык у меня погиб. Теперь, интересно, я смогу пройти двумя? Нет, конечно, можно, если... Если фартанет. Так, ну что, блин. Давай я, наверное, вот так вот сделаю. Разберем
Сородище ветрокрыла. Что он будет делать? Да, бомбит, конечно, офигенно. И это при том, что у него, друзья мои, нет, наверное, нам было бы проще. Я трачу. Трачу вот так вот и захиливаюсь. Ну ты посмотри, что творит, а. Он еще восстанавливает себе здоровье потихоньку. Твою налево, а. Давай сделаю вот так. Надо вот этого уничтожить и все. Дальше нам будет попроще. Я боюсь просто суперудара вот от этого, от злобного змеевика, можно так его назвать. Ну что, этому осталось совсем чуть-чуть. Сейчас мы его ушатаем. О, уклонение было, это хорошо. Ну что, теперь беремся с тобой за вот этого вот маленького босика. Блин, сейчас бы мне кривоклык как бы помог, а, друзья мои. Он бы мне здесь очень помог. Мы могли бы сейчас с тобой повесить слепоту. И этот парень бы вообще ничего не сделал бы. А так мы с тобой очень много растратились. Груша у меня всего лишь одна. Но главное, что это событие пройдено. Вот теперь уже точно. Давай заберем свою награду здесь. Так, ага, древесина. Я уже думал, что остановится на паке. Но нет. Ладно, и забираем с тобой светлый янтарь. Ну давай, давай, забираем. И переходим еще на одно событие. Так, где оно у нас? Вот. Это угроза, охотничья засада. Я уже, по-моему, да, ребят. Не понял, погоди-ка. А что мы сейчас проходили с тобой? Что-то я немножко не догнал. Это мы с тобой не допрошли еще со вчерашней, да, серии. А я что, новое событие какое-то быстренько прибежал? Похоже на то. Ладно, давай. Тут у нас, короче, ребят, после поединка будет разыгрываться пак. Мы его заберем. Так, тройной удар, лаварык и костолом. Ну, естественно, будем начинать с разборки тройного удара. Блин, почему мы по фиолетовым так мало наносим урона, а по зеленым еще меньше? На тебе. Опа, влупил, еще и понизил. Понизил мне защиту. Минус. Так, а тут одна волна, ну это круто. То, что здесь одна волна. Это меня вполне устраивает. Так, мы успеем. Нет, у нас не получается отхиляться. Ой, друзья, по-моему, сейчас кому-то будет бобо. Выжили. С критом уничтожили с тобой костолома. Ну, лаварык будет, естественно. Хотя нет, ничего не будем делать, мы с тобой хильнемся. И никого он тут не уничтожит. Так, наша главная задача — понизить ему броню. И тогда сразу же он будет наш. Пускай тут что хочет уже ставит. Хоть защиту, хоть отхил, это ему не поможет. Кстати, когда он хиляется, друзья мои, он восстанавливает себе защиту. Ну, как видишь, это ему не помогло. Ну что ж, давай глянем. И нам достается плод мудрости, да? Отлично. Одну грушу мы с тобой восстановили. Так, забираем пак. Дальше идет мини-босс. Мини-боссик, да? Потом мы забираем с тобой бабочек. И опять будет мини-боссик. Ладно, надеюсь, мы с тобой справимся. И почему энергии так мало у нас? Блин, опять, наверное, мы не успеем пройти. Придется то ли докупать. Сколько у нас это событие? Два дня еще будет длиться? Если два дня, то успеем в следующей серии пройти. А если один день, то, наверное, придется докупить. Так, Кривокрив тут бомбанул. Этот промахнулся. Давай, кусь-кусь. Хильнуться не получается. Тут уже две волны. Слушай, ну нам нужно залечить раны, потому что смотри, что происходит. Да, не успел. Ёк-макарёк, ты посмотри. Естественно, они сейчас будут бомбить его. Правильно. Все-таки я успею хильнуться. Давай так вот сделаем.
Я не хочу, чтобы шепот смерти накопил себе 3 энергии и начал тут буянить. Да и не хотелось бы, конечно, чтобы и косолом тут тоже разгуливался. Так, все-таки решили мне, наверное, барсика не уничтожить. Или что у них тут? Е! Нормуль. Поехали. Сейчас мы уничтожим пластиголового. Этот не должен успеть, ребята, сделать свой разбег. А, сейчас пламя будет. Барсика я все-таки потерял. Ну что, костолом, настал твой черед погибать. Ты один, нас двое. Понижаем тебе броню. Кусаем и уничтожаем одновременно. Ну что, крутанем рулеточку. И древесина тут. Лучше бы, конечно, плод мудрости бы нам выпал. 2 штучки. Я был бы очень счастлив. Да, по энергии что-то у нас как-то не срастается. Хотя подожди, мы здесь подеремся. Берем бабочки, здесь драка. Ну да, не получается, ребят. Смотри, 1 энергия всего остается, а нам нужно 2. Ладно, наверное, докупим и допройдем именно сегодня. Так, тут 2 волны. Начнем с кревета. Синих мы... А, это красные. Это, друзья мои, красные. Так, ну-ка, наваливаем. Кривоклык уничтожил с помощью крита. И остается у нас тут костолом. Стандартный, который любит разбегаться и глушить свою, так сказать, жертву. А успеет ли он оглушить? Вот в чем вопрос. По-моему, нет, ребят. Ничего он тут не успеет. Так, Громоль, Кривокрив и сородич Ветрокрыла. Окей. Так, можем... Нет, не получается. Совсем чуть-чуть не хватило его добить. Громоль тут выпендривается. Этот сейчас что? Интересно, у него суператака какая? У Ветрокрыла заморозка, да? А у этого вот ни разу еще не видел. Что он тут делает? Давай, наверное, все-таки начнем с Громеля. С этого мелкого. Почему-то мне кажется, что он фаербол не должен бомбить. Ну вот, видишь? Видишь? Накаркал, блин. Так, успеть бы его наказать-то, а? По всей строгости. Отлично. Ну что, шпана ты ненаглядная, выпендриваешься, да? На тебе минус броня. Укус. Сейчас он что-то сделает, я не знаю, что он будет сейчас. Просто удар. И добивай. Ага, он же хильнулся чуть-чуть. Тогда вот так вот. Шикарно. И выпадает нам опять древесина. Да чтоб тебе. Забираем, короче, 300 бабочек. Забрать. И переходим на мини-боссика опять. Надеюсь, быстренько с тобой пробежим его. Докупим 1 энергию и пройдем уже главного босса. Так, сколько здесь волн? 2. Но здесь пока нету мини-босса. Здесь обычные рейдовые, так сказать, драконы, с которыми мы сейчас будем с тобой быстренько разбираться. Поехали. Начнем с Громорога. Потому что эти, я думаю, особо нам не причинят вреда. А вот Громорог, если начнет тут бафаться, будет не очень хорошо. Так, захиливаемся. Ну, а теперь, наверное, Штормореза будем бомбить. Так, у него 4 энергии. Он не стал ничего делать, ни хилять свою команду, ни понижать нам броню. Так, а ты что? Опа! Вот, друзья мои, я и посмотрел, что он делает. Он понижает защиту и загоняет всех в сон. То есть опасный довольно-таки типок. Да, парнишка знает свое дело. Нам срочно нужно восстанавливать здоровье, причем у всех. Блин, не получится.
А, нет, хотя получится все, ребят, нормально. Восстановили. Так, как раз у нас тут... Ну, тут, понятное дело, лаварык меня не особо волнует. А вот тройной удар в виде мини-босса, это, конечно, напряжно будет. Поэтому лучше его уничтожить, а потом уже заняться с всеми остальными. Так, костолом. Удар хвостом. Промахнулся. Так, лаварык, а ты куда? Я тебя понял. Так, друзья мои, давайте, наверное, просто укус сделаем здесь. И поехали. Ох, сейчас кого-то глушить. А почему не стал? Ребята, у него было достаточно энергии, чтобы оглушить. Странный малый. Ну, мне-то это только на руку. Если он не хочет, это его дело. А вот сейчас, наверное, он это сделает. Хм, ты посмотри, полная шкала у них. Что с ними не так? Есть контакт. Ну, а лаварых для нас вообще, ребята, это не дракон. Я считаю, что это один из слабых драконов, который ничего не может сделать, кроме как себя хильнуть и поставить щиты. Все. Массовых атак у него нету. Так, сейчас мы тебя пробьем, мелкий ты гаденыш. И добиваем. Крутанем колесико, посмотрим, что у нас здесь. Опять рыба. 125 миллионов. Ну что, энергия закончилась, поэтому нам придется, наверное, все-таки докупить. 65 рун потратим, фиг с ним, пускай. 65 потратим, 150 возьмем. То есть мы еще и в выгоде получаемся. Так, 2 громобоя плюс громорог. Интересная комбинация. Блин, они еще и зеленые. Начнем, наверное, с громорога все-таки. Хотя зря я, наверное, так сделал. Так, я не помню, что он делает, когда он зеленый. То же самое, да? То же самое, что и красный, и синий, и так далее. Ладно. Добиваем громорога. Если сейчас уничтожат мне, не дай боже, шторморезы, это будет плохо. Но вроде бы как... Отлично. А что такой маленький урон там мы нанесли? Блин, да потому что они зеленые. Сейчас начнется. Укус. Ультразвук. Да-да-да-да. Наверное, нам надо вот так сделать. Добьешь? Молодец, красавчик, кривоклык. Ну что, здесь, естественно, ребят, понижаем сразу броню. И начинаем его лупить. Вот такие вот пироги. Так, мы будем хиляться, наверное, стоит. Да, и потом добьем. Ну что, где у нас тут? Ох, ёк-макарёк. Так, друзья мои, тут главное не сфейлиться. Начнем, наверное, мы с тройного удара. Понизим броню. Нужно успеть до того, как он накопит энергию, его разобрать. Иначе у него очень мощный удар, мы знаем, с отравлением еще. Босс, ребята, сам по себе не очень будет наносить много урона. Но если он накопит энергию себе на суперудар, ты знаешь, чем это все нам аукнется. И знаешь, что я тебе скажу? По-моему, именно это он и хочет сделать. Если это сейчас не потратит энергию... Фух, повезло нам. Змеевик просто слил всю энергию и не дал возможности ему воспользоваться своей суперсилой. Так, ну что, добиваем его. А вот теперь нужно быть аккуратным, друзья мои. Нам нужно либо копить на ослепление. Чего? Так, ну тут придется, извините меня, вот это тратить. Да-да. Потому что ты видел, сколько мы отнимаем у него здоровья при ударе? Это что такое? Это вообще смешно. Так, ладно, просто, наверное, будем кусать.
Да, тут только лишь наш Кривоклык сможет очень-очень хорошо и эффективно против него бороться. Нам придется долго его разбирать, но в конце концов мы его разберем, ребят. Будем сейчас вешать на него слепоту постоянно, вот так вот. И по миллиметру отнимать у него ХП. Ты видишь, что он делал? А ты представляешь, если бы у меня сейчас не было бы вот этого ослепления, не висело бы. Как бы он сейчас влупил бы? Он бы отравил 100% Бартик бы сразу, крякнул бы. У этих осталось бы мало здоровья, и мы бы его еще целую пятилетку бомбили бы. Так, давай еще раз укусим. Еще смотрит, выбирает, кого атаковать, ты видел? Ну, мы почти половину здоровья у него отняли. Так хочется ему понизить, а может быть сделать, ребята? Давай понизим ему защиту. Если что, я использую, ребят, прилив сил, чтобы повесить на него ослепление. Так. Ну да, тут просто кусанем. Ага. Сейчас проверим. Хм, интересно, а почему так получилось, друзья? Я думал, что он будет ходить. Но ничего подобного. О, он решил отхиляться. Ну все, друзья мои. Довольно все легко и просто получилось, чему я очень рад. Крутанем колесо. Заберем с тобой древесину. Ну и, конечно же, 150 рун. Забрать. Ну давай, давай, забирай. Ну вот и все. Да, 3000 рун. Не считай там 6 штучек. Здесь заберем с тобой награды. 30 бабочек. Самое главное, что я прошел события. Потому что, ребят, я боялся с этой работой своей не успею. Ну а теперь я, как говорится, спокоен. Прокачал себе катапульту. Так, что нам нужно? Ага, победа над флотом уровня 70. А мы с тобой только 60 уровень прошли. Ладно, все остальные у меня вроде бы как при деле. Все у нас тут забито. Ресурсы мы с тобой принимать не можем. Академия у меня тоже полностью забита. Все тренируются, прокачиваются. В общем, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!